Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига, Бульбазавр, Рекер, пацанчики, поздравайтесь. Всем пока. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, это здоровенный корабль. Режим у нас чужой, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я буду охотиться на пацанов и их мочить. Вы готовы? Так, я могу вселиться, и когда я просижу 10 секунд, ну, давайте 15, то я смогу убивать вас. Ребят, просто прыгаем в воду, умираем все. А моментально дамажит вода? Да. Давайте проверим. Ну-ка. Да, я понял. Так это же будет нечестно, по сути. А я использую книжку, которая имеет очень большую отдачу. Тебя будет страдать. Так, 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 так. Мне главное в кого-то вселиться. Да не, не надо. А вы на корабле бегаете уже? Да не. А, я понял. На самой вершине корабля уже. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. И скоро 1 000 000 подписчиков на канале. Здесь очень классно сделана лестница, очень удобно подниматься. То шум, так... А, это ветер на палубе. Это ветер, да. Не... Кстати, вы видели, там даже чайки он сделал в воде? Над водой летают. Круто сделано вообще. Ну, никого не наблюдаю из пацанов, что же делать? Так, пацаны, пацаны. Ну, так много урона было, что я сейчас с дробовика стреляю. Не-не, это мне нельзя. Я слышу пацанов. Надо какой-то уже эпик делать. Что-то я хожу, никого не нахожу. Так, успокойся, псих. Рэмбо недоделанный. Да? Да. Отлично, отлично. Самоубийца. 10 секунд не было. Блин, я с палубы вылетел с корабля. От говна. Да что ж такое, я умираю и умираю. Ага, второй раз за человек. Не потому. Афи. Прикольно получается, мне нравится. Я люблю вселиться, наблюдать, что же пацаны делают. Один из самых крутых режимов. Кстати, по ГМОДу я один записываю чужого так. Так, Рекер, что ты творишь? Блин, пару секунд не осталось. Ого, людей сколько зашло. Пацаны не знают, что делать, но будем играть. Так. Начинали четвером, уже 8 человек играет. Мне это нравится. Где же Дима? Я его слышу. Невидимка. Так, 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 так. Следим, следим, следим. Мне нравится. Че, невидимка, что ли? Я фигачу, пацанов. Я могу грызть. Я загрыз одного. Я же забыл, что я могу по красоте дамажить. Ай-яй-яй-яй-яй. Что творится? Надо валить. Так, пацаны. Есть, я замочил. Блин, классно. Я теперь чужого узнал с другой стороны. Я теперь могу вас мочить им. Просто грызть ноги. Отлично, сидим, 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 не видят. Слышите? Я слышу, где-то он хорошо. Да. У тебя что, бессмертие, что ли? Алло. Это у тебя бессмертие? А, я же вылупился из человека, да, точно. Ладно, ладно, надо килл прописать, так нечестно. Убили, убили. Чужого. Так, отлично, я в вентиляции. Я охочусь. Я должен замочить. Нигу должен замочить. Давай, 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 давай.
ты еще двойной прыжок используй, будет лучше. Ты ж не используешь двойной прыжок. Я просто об это ударил. А, там потолок кончается. Да. Давай. Ах ты ж гадина. Мне нравится. Так, давайте сюда. Ты дурак, что ли, вообще с детства? Я такие, как ты, на завтрак и ужин ем. Отлично, отлично. А как так получилось? Ого, они меня хотят убить. Все, пацаны, я на самом корабле, давайте я вас жду. Воу, прикольный звук. Так, ну что, давайте. Буду вас по очереди мочить. Чужой в действии. Ну-ка, ждем. Никого не вижу. Я на корабле, пацаны, хожу. По своему кораблю. Ой-ой-ой-ой, у них очень опасное оружие. Я в центре корабля. Потому что вас там много, концентрации. Мне надо вас рассеять и поодиночке выхватить. Вижу вас. Вижу Нигу. У него очень злое оружие. Мне надо, короче, резко выбежать и замочить как-то тебя. Отлично, одного съел. И прям, знаете, утащил его в норку. Ого. Так, давайте мы так сделаем. Я вижу эту гадину. Как ты меня видишь? А вот так. Так, слышь? Что за оружие у тебя такое? Отлично, я тебя подловил. Бульбазару прекращай, очень громко. Ты псих, что ли, с детства? Да. Я тебя за это съем сейчас, я видел тебя. Я иду к тебе. Иди сюда, подлюка. Вижу Димаса. А я вижу бульбазавра. Так, я думал, он сюда побежал. Нету. Очень классный корабль, оптимизированный, потому что CSGO задействовано на основе CSGO. Опа, опа-па, не успел, еще чуть-чуть и пригвоздил бы меня. Попытка отличнейшая, просто бомба. Ну и где? Вот поэтому я использую. Эй, режим полета включенный, что ли? Да. Давайте проверим. Нельзя режим полета? Я ем за это. Есть. Я кушаю всех. Так, ну чё, кто еще? Я сегодня очень злой. Знаете, классно, чужому на корабле, нету помощи вам никому. Посреди океана, плывем куда-то очень быстро при том. Смотри, он просто ходит и умирает. Ай! Это было больно как-то очень сильно. Ой, ничего, есть. Ой, я могу сюда? Ой, вообще жир. Чего такое взрываете мощное? Прикольно, мне нравятся красивые эффекты. Да, это было не в ту сторону, ну ничего. Может, в следующий раз повезет. Ай-яй-яй. Ну что ж ты неаккуратный такой-то? А вон он. Ой-ой-ой-ой, смотри, чуть не попал. Отстань от меня, отвали. Лови. Слышь? Лови. Я упал. Ну, это же классно. Ух ты! Это кто? У меня это, короче, кишки из жопы. Кровавая жопа. Кровавый понос. Все, теперь я должен вселиться. И как только я вселяюсь в кого-то из вас, я в течение 2 секунд становлюсь чужим. Он вселился. Отлично. Откуда ты знаешь? Я слышал, как... Когда ты вселяешься, у тебя другой звук. Чувак ходит. Он даже не знает, что я в нем. Просто не знает. Узнал, а каким образом? Эй, успокойтесь, психи.
Отлично. Вот это классная нычка. Мы сейчас кого-то увидим, кто спустится пониже. И мы в него вселимся. Вы чё мочите друг друга? Зачем вы это делаете? Я ещё ни в кого не вселился. О, успел! Ты представляешь, я уже что-то в этот... Ух, мимо! Блин, пригвозил колобана! Вы дадите мне возродиться? Что за говно? Отвалите! Вы психи какие-то. Так. Квость пропал, теперь можно и вселяться. На корабле я хочу красиво вас выследить. Чтобы это было как хоррор. Я найду сейчас такое место, займу позицию. Когда вы меня не видите, а я вас всех вижу. Так, я слышу, кто-то оружие выдает. Я так понимаю, оружие много выдается. Надо это предотвратить. Чё там? Готовы погибать? От рук чужого. Чё от лап? Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это были прострелы. Убил, убил, красава. Есть, я стал большим. Рэкер протупашил. Взял гранату, но не успел бросить под ноги. Погнали, погнали. Убийца в действии. Так, вот я большой чужой. Функс. Короче, пацаны, я пока лечу на другую часть карты и залажу бомбу. Вы должны ее найти и предотвратить. Если вы меня убьете, бомба не взорвется. Если вы не успеете у меня убить, бомба взорвется. Я полностью вообще на другой части карты. На носу корабля я, чтобы вы понимали, где я. Вот это вот. Это будет... Это вот. Ах ты жопа! Мы так не договаривались, что ты за одну секунду меня убьешь. Да нет, все, я выиграл. Блин, бомба лежит, моя маленькая. Ого! Офигеть, она уж сюда достала. А нет, не достала. Вот это мега взрыв. Кораблю жопа. Я убил Димаса. До носа не достает. Да, ты выиграл, получается. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, спать в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!